Здравствуйте, меня зовут Наташа Пахомова, я режиссер-постановщик спектакля «Лисичка со скалочкой». Бэби-спектакль – это спектакль для самых маленьких зрителей, которые приходят вместе с мамами, папами, бабушками, дедушками в очень камерное пространство, в котором все располагает к тому, чтобы стать участником. Собственно, спектакля можно трогать какие-то вещи, такое нечто тактильное, теплое, обволакивающее, безопасное для маленького зрителя. Но разные бывают спектакли, да, но поскольку у нас в основе сюжета русских народных сказок, то мы бы рекомендовали наш спектакль для зрителей от 1,5 лет. Ну, я надеюсь, они поделятся своими впечатлениями, но мне кажется, что это должен быть очень хороший первый опыт похода в театр. В спектакле несколько русских народных сказок, и мне кажется, что это то, что в нашем детстве нам рассказывали наши мамы, а им рассказывали их мамы, и это такая наша история, что ли, вот наш фольклор, и очень жалко, что сейчас он забывается. Стук, 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 а журавль клюет себе, да клюет. Клевал, клевал. Ловись, рыбка, и мала, и велика. Ловись, рыбка, и мала, и велика. И рыбка. Рыбка мала и велика. Ловись, рыбка. Мы будем рады видеть вас в Саратовском театре кукол «Теремок» на спектакле «Лисичка со скалочкой».